меня в миде 800-й ранг, мы проебали. Это эпилептик играет? Ну, по аватарке и по профилю, кажется, да. А, ну если он инвокер будет брать, можно майда еще раз. Так, у чела 800-й ранг, не знаю, мы проебали. Да, это, кажется, эпилептик, потому что кристаллайз кентавра взял. Ну, там авторитетом, я так понимаю, король была отобрана. Ничего, ничего страшного, вообще дедушка на луне разыграет эту карту. Все, вам будет составить SF от киньте, если да. К сожалению, по-другому не можете общаться в моем чате, ребят, извините. Не могу я читать вас больше, понимаете, войдите в положение. Не могу я в своем мониторе дорогом 144-герцовом. Бля, я билд обычно сделал, я забыл, Я, если честно, думал, что я на войде играю до момента, пока я не вышел в базу. Комьюнити от десятилетия доты ожидала куда большего. И что же теперь будет вместо боевого пропуска, даже представить страшно. Хорошо, что Epic Loot оставляет возможность залутать Аркану и ДК-хук в своем батлпассе. Аркана на 15 уровне, ДК-хук или плечи на СФ за прохождение. И все это в бесплатном осеннем БП по ссылке снизу вместо 300 рублей. А еще возвращается мини-игра Treasure Hunt. Это временно бесплатный для всех режим. Помоги Кунке дойти до сокровищ за 4 хп и залутай халявные скины. Сделанные тобой шаги сохраняются. За них можно зафармить мега сундуки, где лежат халявные скины. Играть можно раз в час и даже на мобильном телефоне. Ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на плюс 15% к балансу и на дополнительную попытку в новой мини-игре. Удачи! Вот ты ебаная. Эти ваши игроки играют на 12 тысяч, я каждому в рот готов насрать. Аля. Ладно, он потный. Я умер. Я живой. Тяжкий лайн. Хорошо, что не вторые, я бы умер. Но я не знаю, если я подставляюсь под станы, я умираю в любом. Нестоябельно. Да, нестоябельно. Я умер. Бля, ну а что делать? Нам в рот срут. Чел не дает от пули эти вещи конченые сэндшлюхи. Ну а нахуй такую хуйню пикать против меня онлайне. Как я в 20 этой игры должен получать? На баранжа. Ну мне похуй. У него въеб... Нормальный геймплей, братан. Там невозможно было. Ну видите, да, киллайн у меня, ну не знаю, ну типа вообще нестабильно. Ну что это за хуйня вообще? Да, даже пул не помог, лайн не сдвинулся ни на секунду. Я не знаю, как стоять здесь. Смотрите, что делаю это вообще. Бля, нахуй пишет. Но у меня авторитетом давит на своем кентавре. Что я сделаю? Ну, он характером просто меня убивает. Ладно, извини, все, не трогаю. Тяжко, тяжко. Можно убить, попробовать, придурка. Граната. У него. Бля, у него сапога нет, но МС у него, конечно, что-то вообще ебать. Бля, ебать ее обеща, да? Смотри, что он делает. Ебаный фрик. Короче, мы проебали. Чё нахуй? Чё, придурок, блядь? Бля, ебаный салый хуй, что ты делаешь? Я лесник. Всем пока. Мы могли этот лайн выиграть, на самом деле, если поставили его нормально. Из-за того, что чел... Ну, чел на скай подняк какой-то. Не знаю. Все идеально делает. Мешает от пули мелкий. Хорошо, что я за дайр тут по реген есть. Можно кайфануть реально с кайфом, просто пофармить на луне. Это нормальная игра на луне на самом-то деле. Ну, в плане, базировано все. У меня такое бывало. Ну, я и не такое выигрывал. Хорошо, что я луну взял, кстати. Любой другой герой, я бы охуел от игры. На луне можно леску верить. Ну, Гуля будет здоровый. Мне кажется, там фрилайн для него. Под чена Гуля вообще кайф нереальный. В этой игре как будто игра для, ну, для пики норм, не? Такое ощущение. Вестгули, кентавра, скаймаг. Ну пику пиздец плаву на луне брать.
ход занимает. Хорошо, что он не дает кентавру тавр сломать, потому что если у кентавра будет сломанный тавр, он пойдет мапу все ебать. Но из минусов то, что я не могу фармить лайн из-за того, что у меня тавр стоит на ПК. Нормально, я камбэкну. Не беспокойтесь об этом. Если кто-то волнуется, не волнуйтесь, ребята, я и не такие игры выигрывал на луне. Экспириенс имеется. А проебали. Причем без ульты я могу ему пойти в рот дать. Отсталый хуесос, бездарный мусор. Я, кстати, играл с эпилептиком, с ним как будто сейчас не выиграть, я не знаю, он какой-то хуёвый. Ну, такой геймплей на луне, короче, лобёжка жесткая. Какой же герой, да у меня балансный. Просто пошел в лес на 5-м уровне и вышел пиздец, ой, ну, 12-й нахуй на 15-й минуте. Это вообще пиздец. А вы прикиньте, что было бы, если у меня лайн нормально был? Ну, типа, если бы в рот не дали. Там же вообще пиздец у меня был. Ну, у меня же манта была и БКБшка. Ну, не БКБшка, а никакой. Нихуя, как они тут так вот это? Что происходит? Это Ченовские? Лол, реально. Прикол. Он что, заблочил тут меня, что ли? Лес. Дурак. Не знаю. Надо будет потом проверить это. Забавно, я подумал, это лесные крипы выбежали мне лицо бить. Понимаете? Да что это? Ой. Не знаю, на характере, просто в соло, ну типа как обычно. Так, сука, не трогай, ему пугнул. Долбоёб подстал, ребенок шухи. На кентавре. Папочки надо. Ты, сука, грязная паскуда. Чё, maybe my end уже, а то нахуй это играть, вы проебали. Не понимаю, как можно на Чене и Гуле ебать лайн, угни и кунке. Я этого не понимаю. Нихуя, это мне? Привет, Кузька. Не, ну я не за тобой, я тут за вот этим всем. Если ты не против. Не, я еще хочу. Он типа байтит меня, но я понимаю, что это байт может быть, но мне плохо, реально, я бы накачать хочу. Опа, Кузька. Оп. Да. Ладно, мне челы хуярят уже базу, я иду. Примутит Кузька не смог выиграть на своем чене. Легчайший лайн в его жизни. Вот так неудача. Зато он ранг 100 сидит, играет. Ну, вес моей луны, да, я бы тоже сдался, на самом деле, играл бы я вес себе на луне. Плюс 40, заебись. Ну, идеально отыграл. Ноль смертей. Бля, это еще? Вот у меня лайн пиздец уебищный был. Сейчас я вам покажу, что бывает, когда у меня лайн охуенный на луне. Это у меня тут заебись лайн был. Ладно, тут... Ладно, не такой заебись. Ну, типа, нормальный. Но я тут убивал, видите, на лайне. Вот у меня Монтана 14 появилась. Бля, ну на 2 минуты позже. Бля, мне кажется, как лайн не проеби на луне, все равно ты свое нафармишь. А тут катка не пошла. Нас ТБ снес просто. Тут, короче, вот у меня агент был на НС. С Мидасом 0-3. Но я делал все, что было в моих силах. Мы проиграли эту игру. Ну да, видите, у меня на ней даже стрик ебанутый какой-то. 4 игры в ряд. Да ну нахуй. Я, кстати, на спектре еще давно не играл, потому что ее банят постоянно. Я пиздец как хочу на спектре поиграть. Вон, только вот эту игру сыграл на спектре. Мы, кстати, ее могли въебать еще. Кому интересно. Это чел на инвокере. Сейчас я вам покажу даже. Вот, короче. Смотри, как он хуёво отыграл. Ему инвокера забанили. Он вот так вот на линии отыграл. После этого... Где эта игра? Вот. После этого эта тварь берет инвокера и просто всей моей команде в рот срёт. Там еще фантом, конечно, тоже большая была. Но этот не виноват, на самом-то деле, в этой игре. У меня на паке долбоёб билд неправильно сделал. Молнии купил без такого пика, когда нужно было вичблейд делать. Ну, короче, вы видите, я не виновен вообще ни в одном поражении. Команду руинит. Ладно, я пойду.